что да, ребята, не да. Вы уверены, что они умеют хранить секреты, правда? Смотрите тогда. Это ландыши. Дедушка Мороз знает, что они занесены в Красную книгу. Хранит их у себя под покрывалом, чтобы весной они радовали нас своей красотой. А есть у Дедушки Мороза и зеркало. Вон оно у нас там. Волшебное. Когда мы в него смотрим, мы видим только свое отражение. А Дедушка Мороз видит всех вас. Как вы себя вели, хорошо или плохо? Если хорошо, у Дедушки Мороза чудеса получаются веселые да задорные. А если не очень хорошо, то много сил нужно делать.